Первое собрание, я пуху говорю. No. Let me know, my friend. You want to do the interview now or what? Of course. 5 minutes. You yes. Just walk past. Yeah. Ice. Luca, I must have looked at you. Наиль, с каким настроением вернулся из молодежной сборной? С одной стороны, поражение от Испании, да, неприятное. Потом разгром Мальты. Ну, настроение хорошее, потому что последнюю игру мы выиграли. Конечно. Давай, Ви, go home. С Испанией, да, не совсем удовлетворительный результат, но у Мальты мы выиграли. Это самое главное. Ты уже не первый раз капитан молодежки, как привык к этому статусу? Ну, привык, не знаю, это такой сложный вопрос, но так, в принципе, хорошо себя ощущаю в этом статусе. Впереди матч с Химками, до этого у Спартака был неудачный период. Как, с какими эмоциями ждешь эту игру? Сейчас будем стараться исправлять ситуацию, приложим все усилия, поэтому только побеждать. Последний день трансферного окна ушел Алекс Крал, да, твой, можно сказать. Конкурент, партнер по центру поля. Это круто, переходить в АПЛ, конечно. Шанс такой нельзя упускать. Oh my god! 20, 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